Тёма! Тёма, твоя очередь мыть посуду. А еще ты обещал пропылесосить. Придется прибегнуть к секретному оружию. Тём, а на что ты готов, чтобы попробовать новые вкусные томаты с нотками ароматных пряностей? What a wonderful world. Артём, кажется, я увлеклась и всё съела. Алло, Артём, привет. Привет, дорогая. А ты где? Я сейчас на атомном ледоколе в экспедиции на Северном полюсе. Я так хочу, чтобы ты приехал сейчас. Не, не смогу. Единственный вылет через неделю. Жалко. Я просто дома. Одна. Одна? Я успел. Ты долго. Почему? Ты ничего? Я не такое в Арктике видел. Мы так классно погуляли, спасибо тебе. Я давно хотел тебе сказать, мне кажется, нам нужно быть ближе. Я тебя люблю. Блин, ребят, что-то стрёмно, может не надо? Молчи, чушка! Даже не думай мне ничего испортить. Сегодня я точно в дыре. Фу, это же не гигиенично. Поехали лучше домой, посмотрим теорию большого взрыва. Нет, давайте ее пригласим на ужин. Там везде будут рассыпаны лепестки роз и стоять свечи со вкусом мускатного ореха и папайи. Помолчи, Ромео, твоей сентиментальной херней ничего не добьешься. Давай лучше закончим начатое и довезем дело до основного момента. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. О боже мой, к такому повороту событий мы не были готовы. И что же нам теперь делать? Кажется, парни, вы все проебали. Нужно выходить как-нибудь из этой неловкой ситуации. Пизду. Алло. Привет, систер. Ты через сколько будешь готова? Не знаю, все зависит от настроения. И какое у тебя сегодня настроение? Это зависит от того, что я решу надеть. Ну ладно, жду от тебя ответа. Давай. Привет. Свободен. Какой нахуй свободен? Ты же моя сестра. Может, бухнем? Как в детстве. Артём, я вообще-то больше не пью. Залипаем? Если что, я забронировал столик в дорогущем ресторане. Так. А у меня тогда какое настроение? Настроение? Похуй. Я очень ленивый. Вообще самый-самый.
за ночь была такая, как гадюшник гадский, и зачем я намешал? Верните. Приснилось, что ЕГЭ не сдал. Это лет я точно не упущу. Оно должно быть незабываемым. Поэтому давай составим план, чтобы ничего не забыть. Давай. Чего-то этот лет вообще не хочется упускать. Оно должно быть незабываемым. Может, давай какой-нибудь план составим? Ты сама пойдешь. Смотри, какая цитата. Если вы чего-нибудь хотите добиться, у вас должно хватать мужества на неудачу. Еще очень мудрая фраза. Аладдинчик сейчас хорошо зайдет. Смотри, какая там обезьянка. Как же круто правильно питаться. Давай так целое лето есть. Давай. Мне так зашел карлик из последней серии «Игры престолов». Обожаю. Да, а мне блондинка зашла. Оп, стоп. Ты так любила звон монет. Ты шубки... Ты сюда поступила? Да, а ты туда. Да я даже ЕГЭ не сдал. Завтра готов. Мама, папа, вставайте, вы же обещали погулять. I'm sexy and I know it. Когда мне было 15, я сделал свой первый глоток. Я волосы красил зеленкой. Ты что, спишь, что ли? Физкульт, привет! Запомни, боец, кто не курит, то не пьет, ровно дышит, ровно бьет. В форме капли цвета сливы, овощ вкусный и красивый. Баклажан 100 рублей будешь брать? Я сломал в своей кровати, что ли? Don't make no sense.